прошлой неделе, 2 октября, в Московском театре мюзикла состоялась церемония вручения ТЭФИ-2019. Среди победителей оказалась и 29-летняя Регина Тодоренко, которая стала обладательницей звания лучшей ведущей утренней программы. Жюри премии отметило ее работу в шоу на канале «Пятница» «Регина плюс один». Эмоциями от победы на ТЭФИ Регина поделилась в своем микроблоге в Инстаграм. «Я не могу передать словами, какие чувства меня переполняют. Теперь я буду работать еще больше, чтобы в следующем году перепрыгнуть саму себя», — написала звезда. Кажется, Регина осталась верна своему слову и сразу же после премии вернулась в рабочий режим. Несколько дней назад Регина Тодоренко улетела по делам в Италию. Время в командировке телезвезда проводит очень активно. Так, за короткое время Тодоренко уже успела взять интервью у известного во всем мире блогера Кьяры Ферраньи. Лично познакомилась с возлюбленной Венсана Касселя, сняла влог для своего YouTube-канала, посетила модное шоу и сама пообщалась с журналистами. Тем не менее, среди множества дел Регине все же удалось выкроить время на отдых. Телеведущая отправилась на живописное озеро Гарда, где прогулялась по окрестностям и поела итальянского мороженого. В своем микроблоге Тодоренко выразила опасение, что может сильно поправиться. «Короче, я себе не отказываю в еде и на диете не сижу. Скоро буду ходить только в оверсайз», — поделилась звезда. Также актриса призналась, что именно тут, на берегу самого большого озера в Италии, могло состояться торжество в честь ее бракосочетания. «Здесь могла бы пройти наша свадьба, но побережье Амальфи победило. Возможно, приедем на озеро праздновать годовщину, ведь здесь невероятно красиво. Такой сладковатый воздух, чистейшая вода, огромное количество замков, руины Римской империи, тонны вкусной, изысканной еды», — рассказала телеведущая. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Обязательно пишите, я читаю все ваши комментарии. А также подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самых новых, самых сочных новостей. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.